Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости SkyWay, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Для того, чтобы вы не сомневались, где мы сегодня находимся, вот паспорт объекта, возле которого мы стоим, как сказали бы в советское время, идя навстречу многочисленным просьбам трудящихся, которые, ну, имеется в виду наши инвесторы, наши партнеры, которые высказывают волнение в связи с тем, что давно уже не было репортажев из экотехнопарка, и даже некоторые пишут, а не закапываете ли вы его обратно? Сегодня в своем репортаже мы покажем, что нисколько не закапываем. Отнюдь нет, то есть, но обо всем по порядку. Следуйте за нами на территорию стройки. Я думаю, вы уже достаточно насладились этим прекрасным видом легкой линии, по которой вскоре будут ездить юнибусы. А пока здесь идет сооружение двух анкерных опор, а также установлены 15 опор промежуточных. Вот, в частности, мы проходим мимо одной из них. Прямо за нами, вы видите, идет сооружение второй анкерной опоры легкой линии SkyWay. Уже подвезено все необходимое оборудование и производится в данный момент монтаж арматуры. То есть идет армирование перед заливкой. Только что мы с вами стали свидетелями доставки ко второй анкерной опоре легкой линии SkyWay анкерных болтов и закладных деталей. Я думаю, не надо долго рассказывать, что это за приспособление и в чем будет заключаться их функция. Огромное усилие, та нагрузка, которая будет приходиться на вторую анкерную, будет закреплена с помощью этих устройств. Ну и видите, что работа кипит на всей территории экотехнопарка. В данный момент мы находимся возле второй анкерной опоры легкой линии. И здесь, как вы видите, происходит армирование, подготовка для ее бетонирования. А в данный момент мы возле первой анкерной опоры легкой линии SkyWay, по которой, напоминаю, будут ездить юнибусы. Вы видите ее степень готовности, много описывать не надо, лучше, как говорится, один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Только что сюда же завезли анкерные болты, вот там они разгружены, и закладные конструкции, аналогичные тем, которые вы уже видели на второй анкерной опоре. Совсем недавно началось строительство второй анкерной опоры, первая линия именно городской и разгонного участка высокоскоростной. И вы посмотрите, как уже далеко продвинулась стройка. Мы специально выбрали время обеденного перерыва, чтобы было хотя бы потише, потому что все очень громко. И нам показалось, что комментарий в кадре будет интереснее, чем закадровый текст. Так вот, уже окончено бетонирование стен второй анкерной опоры на высоте 2,5 метра и производится сегодня установка арматуры на высоту 6 метров 10 сантиметров. Мы с вами находимся возле транспортно-логистического узла SkyWay, совмещенного с первой анкерной опорой. Это городская и высокоскоростная трассы. Анкерная опора сама почти готова. В данный момент идет
укрепления грунта, для фундаментной, для бетонирования фундаментной плиты пристройки, где будет располагаться лестница, соединяющая между собой все три уровня данного сооружения. Подписывайтесь на наш канал YouTube, следите за обновлениями новостей на официальном сайте международной группы компании Skyway по адресу rsv@defisystems.com. Поддерживайте наш проект, и тогда все у вас будет таким же жизнеутверждающим, как это интеллектуальное струнное ограждение Skyway. Строй Skyway! Спасай планету!